Всем привет! Улица новая, отремонтирована. Вот так вот. Вот. Улица — это название новой. Улица сама по себе, как говорится, не новая. Или отремонтирована как новая. Ну, блин, я не знаю. Скажем так, надо было написать: дорожное полотно отремонтировано. Вот это я согласен. А улица нет. Не отремонтировано. Как говорится, есть тут над чем еще поработать. Ну, я думаю, всему в свое время. Строятся красивые домики. Тот домик я был свидетелем, как начинали строить. Но пока еще, видите, сами. Строительство — очень дорогая штука сейчас. Люди стараются, возводят красоту, но все не быстро. Ну, как вы уже догадались, я гуляю по новой отремонтированной улице. Она хоть и новая, но с элементами победы. Вот. Так и написано. Фух, чуть запарился, слегка только поднялся, уже запарился. Старый. Вид на море классный. С этих улочек, с этих балкончиков, смотрите, симпатичный домик, вид на море замечательный. Здесь шашлычок, чебуреки. Я забыл, как называется эта кафешка, но мне про нее говорили. Говорят, вкусно. Интересные домики. Вот тут точно уже новая. Чистенько так, аккуратненько. Там дальше собака живет, я помню. Гавкает на меня постоянно. Услышал. Их тут много. Их тут очень много. Так что я быстренько от селя ухожу дальше. Так сложилось, что с одной стороны улица новая, со старенькими домиками, а с другой стороны улица Победы. Вот так вот. Парадокс. Я все время, помню, обещал сюда прийти летом, но так и не пришел. Здесь тоже живет собака. Нехилый собак. Вот. Я уже всех собак знаю. Извините, извините, я ухожу, никак на ваше владение не претендую. Чисто прогуливаюсь. Да, дорогу сделали. Ну, так. Вот так вот и сделали. Ну, все равно людям уже так, знаете, удобнее ходить и ездить. Внизу Белоплаза, видите? Вон там, вон синяя крыша. Тоже надпись «Злая собака». Инжир кругом растет. И замечательный вид на море. Да и на Лавдовскую тоже, видите, бирюзу отсюда хорошо видно. Пляж «Морская звезда». Лавровый лист себе прорастает. Если не ошибаюсь, там есть спуск вниз. А если ошибаюсь, то мне придется обратно топать. Там даже, кажется, санаторий «Янтарь» немножечко видно. С той стороны. Тут кто-то даже прерывистую нарисовал, видите, как бы обозначил заезд. Столбик электрический здесь есть, но я, честно говоря, не вижу освещения. Не знаю, ну, наверное, тут заход к домам снизу. Люди тут однозначно живут, но в основном там где-то внизу. Заход, вероятнее всего, с трассы.
уютные дворики, там есть такие, я вижу, места для отдыха. Камера, отсюда вас шикарно видно. Прямо вообще, смотрите. Ну, не скажу, что Аше видно, но пляж. В Аше, сторону Аше видно. Здесь цепочка, будьте осторожны, если вдруг будете здесь лазить. Может выбежать собака, кто его знает. Нет собак? Боязно уже. Вон там он. И кораблики видно. И пляж. Но это янтарь все-таки. Это янтарь, ребятки, это не слоники. Здесь этот людей бассейн, зона отдыха. Дрова шашлычные, машлычные. Вид на море обалденный. Здесь очень красиво, вот в этой части улицы новой. Смотрите, я так вот утром встал. И любуйся, сколько хочешь. Красота. Припекает солнышко, я правильно сделал, что разделся. Так, курточку напрял, на футболку иду. Бабочка полетела, я уже не буду за ней гоняться. Вот и все, в принципе. Протопали мы с вами улицу новую. Там, насколько я помню, уже частная территория. Если раньше не было никакого шлагбаума, то теперь он есть. Тем более тут кое что-то асфальт появился. Вроде там частный домик был. Я тогда пытался спускаться как-то. А вот отсюда можно рассмотреть санаторий Янтарь и трассу. Вон, видите, здание Янтаря. Внизу шуршит трасса, машинки по ней ездят. И где-то там Берендеево царство, Мамедово ущелье и все такое. А мне придется топать обратно. Я почему-то запамятовал, думал, что именно здесь вот есть спуск. А нету спуска тут. Вот такая вот, ребятки, улица новая. С красивыми, обалденными видами и новой, хорошей, гладенькой дорожкой. А я пошел тревожить собак. Сейчас на меня начнут лаять. И все такое. Ну, слава богу, собачки там на территории частных домовладений, мне ничего не грозит. Всем пока. Привет с улицы новой. Еще раз повторюсь, виды здесь просто шикарные. Тут даже можно рассмотреть тот факт, что земля круглая. Всем пока.